Местная команда фаерщиков вновь радует курганского зрителя огненными танцами. Мастера в приручении огня не боятся холода, а потому вечерние выступления начинают в легкой одежде. Прежде всего нельзя забывать о мерах безопасности. Шутки с огнем редко заканчиваются хорошо. Однако в умелых руках опасное пламя льнет к мастеру, словно домашний котенок. Напомним, что эта команда была образована в 2012 году. Однако традиция устраивать бесплатные уличные выступления появилась гораздо позже, только в 2015. Хотим показать людям, что есть такое движение, что молодежь, ну, не просто там тусуется там в парке, там кто-то выпивает, то как-то, а хотим показать, что мы развиваемся, мы растем, нас становится больше. Это повышает культурный уровень города, хотя бы чуть-чуть. Сами участники позиционируют себя как спортивно-прикладное огненное шоу, работают исключительно на красоту и на развитие. Новичку, чтобы присоединиться к команде огненных танцоров, нужна лишь мотивация и желание показать себя. Я пришла заниматься фаер-шоу где-то около года назад. До этого я просто смотрела выступления других ребят, и мне очень хотелось научиться заниматься фаер-шоу так же красиво, как другие фаерщики. На самом деле это достаточно сложное занятие. Нужно много времени и терпения, чтобы овладеть всеми элементами. Были испаленные брови, испаленные волосы, и руки, и ноги. И спаленные лица ко всему ужасу. Тем не менее, Елена без сомнений заявляет, красота огненного шоу стоит того. Махабат Секенова, Евгения Волкова, Андрей Глазырин, Александр Бывальцев, информационное агентство «Курган.ру».